Итак, дорогие братья и сестры, перед тем, как мы будем участвовать в заповеди нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы будем вместе с вами читать Слово Божье и вместе размышлять. Сегодня хотел бы предложить для нашего внимания текст из послания к римлянам, 8 глава. Мы будем читать из этой главы выборочно некоторые тексты, но вся глава сегодня будет основанием для нашего размышления. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он – ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Тема нашей сегодняшней проповеди – «Живите по духу, а не по плоти». В связи с нашей темой, на основании 8 главы послания к римлянам, мы вместе с вами сегодня обратим наше внимание на 5 вопросов. Я понимаю, что каждый из этих вопросов требует отдельной проповеди, но сегодня я решил не делить эти вопросы на проповеди по воскресеньям. И сегодня, с Божьей помощью, я постараюсь обзорно охватить все эти вопросы для того, чтобы мы могли для себя понять, что говорит апостол Павел о жизни по духу и о жизни по плоти. Итак, первый вопрос. Почему так важно жить по духу, а не по плоти? Второй вопрос. В чем выражается жизнь по плоти? Третий вопрос. В чем выражается жизнь по духу? Четвертый вопрос. Какое нам дано основание от Бога для жизни по духу? И пятый вопрос. В ком гарантия нашего успеха жизни по духу? Давайте обратим наше внимание на первый вопрос. Почему нам так важно жить по духу, а не по плоти? Итак, во-первых, мы видим, что очень важно жить по духу, а не по плоти, потому что живущие по плоти сфокусированы только лишь на плотском, а живущие по духу сфокусированы на духовном. Давайте посмотрим, как об этом говорит сам апостол Павел, обращаясь к верующим в Риме. 5 стих. «Ибо живущие по плоти, обратите внимание, о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Во-вторых, мы видим, что очень важно жить по духу, а не по плоти, потому что плотские помышления ведут к духовной смерти, а духовные помышления ведут к жизни. Давайте посмотрим, как об этом говорит сам апостол Павел. 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». 12 и 13 стихи. Итак, братья,
Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. А в-третьих, мы видим, что очень важно жить по духу, а не по плоти, потому что живущие по плоти как бы ни старались Богу угодить не могут. Посмотрите, как об этом говорит сам апостол Павел, 7 стих и 8 стих. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Давайте обратим наше внимание на второй вопрос. В чем выражается жизнь по плоти? Для того, чтобы нам не делать обзор по посланию к римлянам, а у нас нет для этого времени, я хочу использовать другое послание, в котором апостол Павел говорит о жизни по духу и о жизни по плоти. Послание к Галатам, 5 глава, мы будем читать вместе с вами 19 стих, 20 стих и 21 стих. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Итак, мы видим, что жизнь по плоти выражается в делах плоти, которые Бог называет греховными. Как бы мы к этому ни относились, как бы мы что-то ни пытались оправдать, Господь говорит о делах плоти как о неугодных делах Ему, как о греховных делах против Него. Речь идет не об искушениях, которые мы, живя на земле, можем испытывать в тех или же иных сферах нашей христианской духовной жизни. Речь идет о греховном образе жизни, который является следствием отвержения Христа, или же который является следствием неверия в искупительную жертву Христа. Этот греховный образ жизни, на поводу которого человек идет, к сожалению, нравится этому человеку и не беспокоит его. Апостол Павел обращает внимание верующих на этот вопрос, предупреждая их, что если они отвернутся от Христа и пойдут путем дел плоти, то эта жизнь закончится для них очень плачевно. Возникает вопрос, существует ли такая опасность? Читая Священное Писание, мы видим, что такая опасность существует даже для верующих людей. Всякий раз, когда человек перестает жить по духу, то есть жить верой во Христа, уповать на Христа, надеяться на Христа, он начинает жить греховным образом. Дела плоти будут проявляться в нем, и чем больше он будет оставаться в неверии, тем больше дела плоти будут захватывать его жизнь, и тем больше этот человек будет уклоняться от Господа. Чем больше он будет противиться Господу, тем больше он будет обнаруживать в своем сердце, что ему дела плоти нравятся, что его дела плоти перестают беспокоить. Он начинает жить легкомысленной жизнью по отношению ко Христу. Это не значит, что Дух Святой этого человека оставляет. Это значит, что человек перестает реагировать на действие Духа Святого в его жизнь посредством слова истины, переставая реагировать или же отвлекаться на действие Духа Святого, который обличает, который наставляет в Божьей правде и который ведет ко Христу, в котором есть исправление, человек все будет больше и больше окунаться вот в эту нечистоту безбожной жизни. Давайте обратим наше внимание на третий вопрос. В чем выражается жизнь по духу? Во-первых, жизнь верующего во Христе Иисусе по духу выражается в помышлении о духовном. Давайте прочитаем несколько текстов
из послания к римлянам, 8 глава, в которых апостол Павел говорит об этом, желая, чтобы верующие понимали, в чем проявляет себя жизнь во Христе или же жизнь по духу. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Говоря о помышлениях духовных, речь не идет о том, что если мы думаем о том, как и где заработать, куда поехать или же что приготовить покушать, то мы думаем не о духовном. Речь идет о том, что центром помышления о духовном не является сам человек, а центром помышления о духовном является сам Господь и Спаситель Иисус Христос. На работе ли мы, в семье ли мы, на отдыхе ли мы? Мы не должны расслабляться. Находясь в этих сферах нашей духовной христианской жизни, мы должны продолжать помышлять о нашем Господе. Мы должны продолжать размышлять о Господе Иисусе Христе, в котором для нас дарованы все Божьи благословения. Очень часто мы делим нашу жизнь здесь, на земле, на духовную и недуховную. Духовная жизнь – это когда мы собираемся в доме молитвы на богослужение, мы поем песни, мы проповедуем, мы молимся, мы наставляем друг друга. Эти два часа заканчиваются очень быстро. Для кого-то, может быть, они тянутся по времени в вечность, и люди сидят и думают, быстрее бы уже закончилось служение. Как бы служение не проходило, оно начинается, заканчивается, а жизнь продолжается. И эта жизнь продолжается на работе, она продолжается на кухне, дома для многих сестер, она продолжается в общении с родственниками, она продолжается в тех сферах, где Бог нас поместил и где Бог нам определил жить. И вот там по-настоящему проявляется то, чем мы живем. Вот там по-настоящему мы можем оценить свою духовную жизнь, в том ли направлении она движется, насколько мы действительно обнаруживаем в нашем сердце, в нашем разуме помышления о нашем Господе и Спасителе, насколько мы часто обнаруживаем себя людьми, которые благодарят Господа и Спасителя Иисуса Христа за те благословения, которыми мы уже обладаем через веру в Него. Насколько мы восторгаемся от того, что мы осознаем, что наша жизнь в руках Искупителя. Дорогие братья и сестры, на служении очень легко сделать вид, что мы сфокусированы на Искупителе. Но вот что происходит там, это и есть настоящая правда обо мне и о вас. Господь желает работать с нами везде, и цель Божьей работы со мной и с вами заключается в том, чтобы учить нас сфокусировать наше внимание на нашем Искупителе, без которого наша духовная жизнь невозможна. Цель работы Божией в нашей жизни посредством Духа Святого заключается в том, чтобы мы могли доверять Господу там, где по-человечески это невозможно. Когда мы говорим о духовном помышлении, то мы говорим о том, что человек, который помышляет о духовном, это человек, для которого важным и определяющим является сам Искупитель и его система ценностей, то есть то, что угодно ему. Например, нахожусь ли я на работе или дома, или где-то в другом месте, и мне приходится делать выбор. Чем я руководствуюсь в этот момент, когда мне приходится делать выбор в ту или же иную пользу? Думаю ли я о том, чтобы сейчас вопросить у Господа, как мне идти? Ищу ли я от Господа ответа, как мне двигаться дальше? Является для меня в этот момент Божья система ценностей определяющей? Желаю ли я искать того, что угодно Ему, или я просто плыву за течением этого мира, и мне, в принципе, все равно, как сложится жизнь. Главное, чтобы
вокруг меня все было хорошо. И неважно, каким путем, какой ценой я буду этого достигать. Греховным ли путем? Путем противления Господу? Путем, когда я переступаю через других? И меня, в принципе, не волнует вопрос отношений любви друг с другом во Христе Иисусе. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит о верующих людях, и он уточняет, размышляя о том, что значит помышлять о духовном. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1 и 4 стихи. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Человек, который совоскрес со Христом, это человек, в сердце которого при всех сложностях жизни будет внутреннее желание и стремление стремиться к горнему, то есть ко Христу, стремиться к тому небесному, где сидит одесную Христос. Написано во втором стихе: «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе». Вспоминается один пример, который приводил один брат-служитель нашей церкви. Я очень часто этот пример привожу, когда Бог дает мне возможность говорить на эту тему. У одного человека, который пашет землю, спрашивают: «Чем ты занимаешься?» И этот человек сказал: «Я ожидаю Господа, ну а пока пашу землю». Дорогие братья и сестры, многие верующие сегодня прежде всего устраивают свою жизнь на земле, и такое впечатление, что они собираются жить здесь вечно. Они держатся за земное настолько сильно, что их меньше всего сегодня волнует отношения со Христом и то, что их ожидает впереди. Они думают, что они как-нибудь дойдут до Царства Небесного. Запомните, дорогие братья и сестры, как-нибудь до Царства Небесного дойти не получится. До Царства Небесного дойти получится только лишь через веру в Иисуса Христа. А вера в Иисуса Христа, она предполагает не только отношения любви с Господом и друг с другом, при которых отсутствуют всякие проблемы, всякие напряжения в нашей жизни. Она предполагает очень тяжелый, непростой путь следования за Господом, где будут проблемы, где будут сложности и где будет не так все просто, как хотелось бы. Но именно вот в этих непростых обстоятельствах Господь дает нам возможность по-настоящему, нуждаясь в Нем, доверять Ему и жить верой во имя Его, ожидая Его славного пришествия. Дорогие братья и сестры, мне кажется, что Бог в своем провидении усмотрел все эти непростые ситуации в нашей жизни здесь на земле для того, чтобы мы не привыкли к жизни на земле, для того, чтобы нам не захотелось жить здесь постоянно. Вот поэтому многие люди, которые попадают в тяжелые обстоятельства, взывают Господу и говорят такие слова: «Господи, гряди! Господи, мы Тебя уже ждем». Как правило, вот это воззвание к Господу, вот эти слова звучат с уст верующих людей тогда, когда в жизни все трещит по швам, тогда, когда очень тяжело и непросто, не тогда, когда хорошо. Дорогие братья и сестры, благодарность Богу за Его милость, которая предполагает в том числе в нашей жизни страдания, для того, чтобы нам здесь на земле не жилось легко, но чтобы здесь нам на земле, на каком-то этапе надоело жить так, что мы по-настоящему действительно захотели на небеса и при этом знали, что во Христе нам дорога, путь и дверь в небеса открыты. Во-вторых, жизнь верующего во Христе Иисусе по духу выражается в практике противостояние греху и победы над грехом. Даже если человек верующий духовно падает, он поднимается и устремляется к Спасителю, потому что там его спасение, там есть решение проблемы греха. Апостол Павел говорит в послании к римлянам о том, что человек, живущий по духу, это человек, который имеет опыт хождения
в вере во Христа и имеет опыт противостояния греху и победы над грехом. Вот она, дорогие братья и сестры, христианская жизнь. Это не когда грешу и каюсь. Это когда грешу, каюсь, но от Господа получаю спасительное действие благодати, которое дает мне возможность побеждать грех, противостоять греху, не оставаться и не лежать на лопатках в этом состоянии греха. Но вы не по плоти живете, говорит апостол Павел, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Это действие Духа Святого, которое мне сложно объяснить. Но это действие Духа Святого происходит в жизни человека, который живет верой во Христа. Дух Святой действует таким образом, что Он оживотворяет наши смертные тела, давая нам способность противостоять греху и побеждать грех. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, говорит апостол Павел. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. В-третьих, жизнь верующего во Христе Иисусе по духу выражается в стремлении и желании сердца взывать к своему Отцу Небесному для того, чтобы с Ним иметь общение любви. Обратите внимание, как описывает это апостол Павел. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Что свойственно Сыну Божьему? Что присуще Дитяти Божьему? На что это сердце настроено? И дальше апостол Павел говорит, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Вот этот дух усыновления, который есть верующим, взывает «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А другими словами, так взывать к Отцу Небесному может только лишь тот, кто по факту или же по определению во Христе является Детем Божьим. Это что-то похоже на детей, которые есть в нашей жизни. Как бы дети к нам ни относились, они всегда днем и ночью ищут своих родителей. Когда они хотят кушать, они не к соседям бегут, они взывают к маме. «Мама, хочу кушать». Когда им нужно решить какие-то проблемы, они взывают к маме. «Мама, подай, принеси». Вот это внутреннее стремление, естественное, взывать к родителям и искать родителей. Если дети теряются в магазине или на рынке, то они в панике ищут своих родителей. Они бегут своим родителям, потому что в них это заложено от Господа. Вот это родство по крови дает им вот это естественное желание искать тех, кто близок к ним. Да, может быть, они иногда не всегда правильно себя ведут по отношению к родителям. Они не всегда понимают действительно, что самое близкое для них – это папа и мама, и очень часто позволяет себя вести неадекватно, недостойно тому, кем они есть по отношению к папе и маме. Но так или иначе, в них внутри заложено вот это желание естественное к папе и маме. Дети Божьи, в которых Дух Святой, это люди, которые имеют вот это естественное желание и стремление взывать к Отцу Небесному и искать с Ним отношений любви. В-четвертых, жизнь верующего во Христе Иисусе по духу выражается в полной уверенности в том, что мы, несмотря на все сложности жизни на земле, являемся спасенными детьми Божьими, которые обладают наследством на небесах и которые с терпением ожидают окончательного спасения, тогда, когда Христос
придет за своей церковью. Апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе, 17 стиха, описывает реальность жизни детей Божьих на греховной земле. Он говорит такие слова: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Господь нигде не говорил детям своим о том, что, живя на земле и имея отношения со своим Отцом Небесным, они никогда не будут испытывать страданий. Бог всегда говорит своим детям правду. И эта правда заключается в том, что несмотря на то, что мы дети Отца Небесного, несмотря на то, что у нас есть во Христе наследство на небесах, мы здесь, на земле, будем испытывать страдания. Поэтому Павел дальше говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, ибо тварь, то есть творение, с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы, сами имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит то, чему, ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Итак, мы видим, что все творение стенает. Буквально это слово звучит «стонет». Стонет от разного рода обстоятельств. Стонет от разного рода боли. Стонет от разного рода переживаний, от разного рода страданий. Речь идет о тяжелом состоянии, которое в результате грехопадения переживает все творение, и мы, как верующие, в том числе, так как мы продолжаем жить в безбожном мире зла и тьмы. Но несмотря на временные страдания, с которыми нам приходится сталкиваться на земле, у нас есть надежда. Надежда, о которой говорит апостол Павел, это не что-то, что может быть осуществиться, а может быть и нет. Надежда, о которой говорит апостол Павел, это твердая уверенность в осуществлении ожидаемого от Господа. Основанием этой уверенности есть искупительная жертва Христа, тот, кто умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, вознесся одесную Отца и сказал, что придет время, когда Он вернется для того, чтобы совершить окончательное искупление, то есть забрать нас от этой земли и избавить нас, детей своих, от всех земных страданий и ввести нас в свою вечную славу. Нам нужно сегодня, как верующим людям, имеющим надежду во Христе, перестать удивляться тем сложным обстоятельствам, которые мы переживаем. Нам нужно перестать удивляться тем проблемам, которые есть в нашей жизни. Это то, что неизбежно в жизни людей, которые живут на земле. Сколько бы мы ни молились, сколько бы мы ни просили, чтобы Господь избавил нас от этих всех проблем и сложных обстоятельств на земле, этого на земле никогда не произойдет. Сколько мы будем здесь жить, столько мы и будем стонать.
стонать от того, что в этом мире происходит. Но придет то время, когда это чудесное избавление будет осуществлено самим Господом чудесным образом. Тогда, когда нас Господь заберет от этой земли. Давайте посмотрим на четвертый вопрос. Какое нам дано основание для жизни по духу? Бог не просто призывает нас жить по духу. Бог не просто повелевает жить по духу. Бог не просто говорит об этом. Бог знает, что если у нас не будет для этого силы, для этого основания, то как бы мы ни старались, мы не сможем жить духовной жизнью. Давайте прочитаем послание к римлянам 1, 2, 3 и 4 стихи. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось, совершилось, осуществилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Из прочитанного текста мы видим, что апостол Павел заявляет о том, что ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут по духу. Те, которые приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя, это люди, которым нет ныне осуждения. Апостол Павел подчеркивает для верующих истину о том, что теперь во Христе Иисусе, в котором верующие обрели спасение от проклятия закона, жизнь по духу стала возможной. Итак, мы видим, что Бог во Христе исполнил то, что был бессилен исполнить человек посредством закона. Или другими словами, что был бессилен дать нам закон. Бог послал на землю своего Сына в подобии греховного или грешного человека, хотя в нем самом не было ни одного греха. Сын Божий стал жертвой за наши грехи, и таким образом Бог в нем осудил грех, в результате чего мы, поверив в искупительную жертву Христа, стали праведными и во Христе стали соответствовать всем святым и справедливым требованиям Божьего закона. Вот почему проклятие закона сегодня не распространяется на верующего человека в искупительную жертву Христа. Потому что Бог по своей благодати совершил то действие, на которое мы не были способны. И это действие Павел описывает здесь в пришедшем Христе в этом мир, который взял на себя грехи наши, и в котором Бог осудил грех. Кто-то сказал такие слова: Бог освобождает людей от греха не для того, чтобы они поступали так, как им хочется, а для того, чтобы они поступали так, как угодно Ему. Бог спасает людей не для того, чтобы они продолжали жить и грешить, а для того, чтобы они могли жить в соответствии со своим положением праведного перед Богом во Христе. Итак, мы видим, что основанием для жизни по духу является действие Бога в верующем во Христа Иисуса, на которого мы уповаем и в котором есть сила для жизни по духу. Суть этого действия заключается в том, что Бог в Иисусе Христе даровал нам возможность через веру оправдаться перед Ним или же стать праведными, то есть, другими словами, соответствовать всем святым требованиям Божьего закона. Если сегодня кто-то из верующих не верит в то, что в Иисусе Христе Бог даровал нам абсолютную достаточность своей праведности, или же другими словами, что в Иисусе Христе мы сегодня, верующие, соответствуем всем
святым требованиям Божьего закона, то небо для нас закрыто, друзья. Потому что в небо не войдет ничто нечистое. В небо войдет только лишь чистый сердцем. И потом апостол Павел говорит об этой надежде, которая во Христе. Если ты веруешь во имя Христа и доверяешь Его искупительному делу, то только во Христе ты можешь сегодня предстоять перед Богом и предстать перед Ним, когда Он тебя возьмет к себе, и устоять перед Ним, потому что только во Христе ты можешь соответствовать всем святым требованиям Божьего закона. И этого достаточно для того, чтобы человек мог иметь надежду войти в Царство Небесное. Давайте обратим наше внимание на пятый вопрос. В ком гарантия нашего успеха жизни по духу? Очень коротко, но очень важные библейские истины. Последняя часть 8 главы послания к римлянам с 26 стиха и по 39 стих преисполнена утешением, ободрением и подкреплением нас, верующих, живущих на земле греха и зла истинной Божьей благодати. Господь, зная наше немощное состояние, не оставляет нас, но Он со своей стороны, во-первых, направляет нас Духом Святым в нашей молитвенной жизни, чтобы наша молитва была по воле Божьей, что является для нас ободрением, утешением и подкреплением. Послушайте, как об этом говорит сам апостол Павел. Это то, что нас должно еще больше воодушевить, доверять Господу, осознавать, что мы не оставлены один на один в борьбе со всеми нашими немощами, со всеми нашими сложностями в жизни здесь на земле. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Здесь, кстати, не идет речь о молитве на иных языках. Поэтому запомните, этот текст никто не имеет права использовать в доказательство, что молитва в Духе – это молитва на иных языках. Здесь речь идет о ходатайстве Духа Святого перед Отцом Небесным за нас или о нас, верующих людях, которые стоят перед Господом в молитве. 27 стих. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Во-вторых, апостол Павел заявляет о том, что Господь в жизни спасенных Его детей все обращает ко благу. Я хочу, чтобы вы это еще раз услышали. Наша проблема в том, что мы просто не верим в то, что Бог говорит. Господь через апостола Павла заявляет о том, что в жизни спасенных детей Божьих все Бог обращает ко благу. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, как это до конца понять. Я знаю, что Бог, который за всем стоит в моей и вашей жизни, заинтересован в том, чтобы, что бы в нас ни происходило, обращать это ко благу. И именно эта мысль и эта истина является утешением, ободрением и подкреплением для наших сердец. Суть Божьего блага заключается не в том, что завтра лучше на земле станем жить. Суть этого блага заключается не в том, что сегодня я болею, завтра я буду здоровым. Друзья, нет. Может быть, будет еще хуже. Суть Божьего блага заключается в том, что Он предопределил в Иисусе Христе работать в моей жизни таким образом, чтобы я преображался в подобие Христа. Это Божья работа, это Божье определение, это Божья воля в мою жизнь. И потому, что бы ни происходило, Бог будет обращать все к моему благу. Поэтому Павел говорит, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, то есть тех, кто уверовал, Он предопределил быть подобными образу Сына Божьего. Тех Он и призвал,
а кого Он призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. В-третьих, апостол Павел заявляет о том, что Господь не против нас, детей Своих, а за нас. И доказательством этому есть смерть Сына Божьего, в котором для нас открыты и доступны все Божьи благословения. 31 стих и ниже мы читаем. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. И последнее. В-четвертых, апостол Павел заявляет о том, что Божья любовь, явленная в Иисусе Христе для верующего человека, является движущей силой, дающей возможность устоять в духовной жизни до конца. Послушайте на эти удивительные стихи. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Мы видим, что никто и ничто извне не может повлиять на любовь Божью к нам, если только я от нее сам не откажусь, что является глупостью. Почему никто и ничто извне не может повлиять на любовь Божью к нам? Потому что Божья любовь, явленная нам во Христе, вечная. Она всегда была, она есть и она всегда будет. Поэтому это должно нам придать еще большей уверенности в том, чтобы стремиться к Господу, который есть Бог человеколюбивый. Искать Господа, потому что Бог есть человеколюбивый, и следовать за Ним, потому что Бог есть человеколюбивый. Итак, мы видим, что гарантом нашего успеха жизни по духу является никто иной, как сам Господь, что побуждает нас доверять Ему и идти путем упования на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который умер за грехи наши, для того, чтобы мы, веруя в Него, не погибли, но имели жизнь вечную, который воскрес для оправдания нашего и который грядет за Своим народом для того, чтобы взять нас к себе. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим Тебя за то, что можем сегодня взывать к Тебе, к нашему Отцу Небесному, как дети Твои, которые имеют милость быть таковыми только лишь на основании и благодаря искупительной жертве Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты нас усыновил верующих во имя Сына Своего. И Ты нам, Господи, даровал наследство на небесах. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты тот Господь, который нас призвал к себе, осудив грех во Христе и решив проблему нашей нечистоты, проблему нашего греха, даруя в Иисусе Христе праведность. Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем сегодня предстоять перед Тобою и осознавать, что дело искупления, которое совершил Христос, достаточно для того, чтобы мы, веруя в Него и пребывая в Нем, могли предстоять перед Тобою
и соответствовать всем Твоим святым и справедливым требованиям, которые мы не могли исполнить сами по себе, но которые исполнил Христос, потому что закон требовал одного для согрешающего смерти. И умер тот, кто не согрешил, за нас, тех, кто грешили. И Он дал нам, Господи, действительно возможность для того, чтобы оправдаться. И мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты есть Бог человеколюбивый. И Ты тот Господь, который знает наши немощи. Ты тот Господь, который действует Духом Святым, направляя нас в наши жизни в Иисусе Христе и в наших молитвах. Ты тот Господь, который знает, как обращать даже самые для нас неприятные обстоятельства для нас во благо, чтобы мы, Господи, продолжали жить верою и были подобны образу Сына Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты не против нас, хотя мир против нас, сатана против нас, но Ты за нас. И поэтому, Господи, мы можем на Тебя уповать, потому что Ты оправдываешь нас, потому что Ты, Господи, умер и воскрес, и Твоя любовь велика и вечна, и никто и ничто не может на нее повлиять настолько, чтобы Ты перестал нас любить. Мы благодарим Тебя за то, что это побуждает нас еще больше к Тебе приходить, для того, чтобы в Тебе, Господи, иметь подкрепление, ободрение, и в Тебе, Господи, иметь все, что нам нужно, необходимо для жизни и благочестия. Господи, благослови нас и сейчас для участия в Твоей заповеди, и пусть в этом будет Тебе слава во веки вечные. Аминь.